Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 2. Ремейк. Так. Ну да, я так понимаю, здесь как раз таки у нас проявочная. Проявлять мне пока нечего. О, кстати, растение, красная трава. Ну-ка. А, мы сможем с порошком ее объединить, нет? Нет, значит, только с зеленой травой, видимо, да? Так. Ага. У нас снаружи еще кто-то оставался. Что с ним делать-то будем? Так. Порох. Ну, пока сложить. Пока нож... У нас в приоритете. Отлично. А это что? Порох. Порох и порох — это для пистолета патроны. Да, стоп, нет. Хранить. Хранить. Тук-тук. Блин, вспомнил. Мы ж тебя заделать хотели. Ух, успел? Так, теперь объединение предметов. Да мы проходили это уже. Объединить. Стоп, мы с этим тоже можем? 3-3-3. А так? Смесь 3 плюс К. Полностью восстанавливает запас здоровья. Блин, ты-то откуда тут взялся? У тебя что, поиск пути страдает, чувак? Отдохни. Я более чем уверен, что ты еще встанешь. Конечно. Во! Вот это я считаю окончательное. Это не ты бухтишь? Здесь, что ли? Пленка-то была. О, отлично. Так, карточки у нас пока нету. Дробаш мы тоже, походу, не найдем. Может, его найдет только этот? Леон? Умирать будешь, не? И еще раз. Все. Теперь я уверен, что ты больше не встанешь. 12 патронов. Сейф нет. Ящички мы здесь открыли. Так, полицейский. Возможно, еще встанет. Но позже. Так. Что-то я малость заплутал. Эта дверь у нас не открывается, так? Комната хранения. Оттуда я пришел. Западный офис. Так, пойдем в фотолабораторию сначала сходим. Все-таки проявим. А тот типа там и остался, да? Окей. Надеюсь, это тебя задержит, и ты не пройдешь.
фильме предоставлены доказательства, не пропустите. Так, я думаю, сначала надо выключить. А то вдруг пленку засветим. Использовать. Памятная фотография. Книжка, скипетр. Это мне что-то даст? Или нет? Ладно, пойдем посмотрим наверху. Это угомонись ты. Опасненько. Я так понимаю, здесь нужен вентиль, да? Ох, я сейчас как подпрыгнул. Как я сейчас подпрыгнул? Зажигательные боеприпасы. Что вообще там делал, блин? Так, нажмите кнопку, чтобы включить соответствующую лампочку, чтобы открыть сейф. Включите их все. Кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Нажав неправильную кнопку, вы выключите все лампочки. И вот придется начинать сначала. Окей. Переносной диктофон. А, переносной сейф. Ладно. Изучить. Тик. Так. Типа правильно, да? А. Так. Допустим, это у нас первая клавиша. Так. Вот это и вот это. Последовательно. Вот эти две, они последовательно идут. Нет, не так. Вот, вот. Где у нас вот это? Вот. То есть... Нет, неправильно. Вот это, вот это, вот это. Блин, я даже не запомнил. Вот. То есть так, 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 так. Нет. Вот так. Вот так. Угу. Вот так. Теперь какая, блин? Так, так. Теперь как правильно вот из этих трех, да? Вот. 50 на 50. Эй, промахнулся. Даже так? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Я выиграл. Что там будет? Запчасть. Какая-то небольшая деталь. Блин, если ты сейчас встанешь, мне будет тесно. Так. Сколько тут может быть комбинаций? Примеры. Так. Ну-ка, давайте начнем вот с этого. Так, например, АА.
хакаем. Блин, не, много комбинаций. Здесь... А, да нету даже. У тебя нету доков? Опачки. Объединить. Ни с чем нельзя, да? Так, сейчас вот это станет. Стой. У тебя там что-то есть? Блин, здорово. Перебор уже по инвентарю. Так, зажигательные пока не знаю. Хранить пока не знаю. Запчасть нужно, не нужно. Так, баллон один оставим, это пока скинем. Меня же не будут два раза прям кусать, так ведь? Надеюсь, ты не сагришься после того, как я у тебя возьму сразу патроны. Пойдем еще выше посмотрим. Тук-тук. По-моему, там какая-то либо стена засвечена, либо она какая-то непрочная. Ну да, она засвечена. Да что ж такое-то? О, отлично. Мы, значит, теперь можем выбраться. И не только выбраться, но и попасть куда-то еще. Эти. Проверил. Патроны улетят, сейчас патроны улетят. По-моему, это кучки фекалий, что ли? Привет. Большая территория. Будем бегать вокруг. Да? Опачки. Привет. Ну-ка, погоди. Дайте я здесь дочекаю. Набедренная сумка. Спасибо. Смотрите, прям территория, чтобы бегать вокруг, да? Чьи-то каракули. К черту этих корпоративных ублюдков, они меня кинули после всего, что я сделал. Но раз уж такое дело, будь что будет. Повеселюсь, пока весь мир летит в задницу. Я запер всех этих тупых свиней в загоне. И заложил взрывчатку. Осталось только ее взорвать, и все. Сайонара, придурки. Но нет. Это слишком просто. Может быть, я дам таки тому поехавшему повод хорошенько повыть? Да, думаю, я вручу ему игрушку и скажу: убей того, кто рядом, или все погибнут. Интересно, что произойдет? Вы тут орете про правосудие и гордость. Но сколько раз вы шли против меня, вашего начальника? Да, ты хороший коп, такой хороший, что тебе место в могиле. Черт, а это вообще весело. Включу-ка я музыку. Блин, поехавший начальник полиции, что ли?
Слушайте. Это потом надо будет сюда, как его, прицепить детонатор, да? Чтобы взорвать это вот к чертям? Чтобы пройти туда? Окей. Я учту. Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Накинуть мне еще патронов. Сейчас открываю дверь, и там уже стоит. Да, чукча подняться, нет? Блин, не прицелишься. Клэр, это Марвин. Как скоро можешь вернуться? Что-то случилось? Мне нужно тебе кое-что показать, кое-что важное. Хорошо, уже иду. А что, ты здесь не прыгнешь? Ну. Айч. Да ну, не умеет зомби лазить по лестнице. Чё за звук? Здесь такой дикий сквозняк, что ли? Ну. Yeah. Вот это красиво ушло. Я же не буду сейчас стрелять в каждый труп, да ведь? Ну вот этот очень подозрительный. Красная книга. И зачем она мне? Ну, конечно. Я же говорю, ты подозрительный. Shit. Падай. Контрольный. Да. Так, удерживать, в смысле, перетащить ее сюда? Ага. И тут у нас под домкрат. Это рычаг нужен, деталь. Стоп, у нас это не оно? Нет. Ну, не знаю, может, патроны. Вдруг завалялись. Ха! Смотри-ка. Я вижу будущее. Так, какие шансы на то, что ты сейчас хопа и встанешь, пока я буду пробегать? Ладно. Ой, стой. Нож, отлично. Раз уж они портятся... Подразним еще немалек. Ты куда дверь идешь? О, стоп, это наверху, да? Это к нему. Использовать. Это наверху этой. Да-да-да. Привет. Ты хотел поговорить? Ну, наконец-то, подойди-ка. Что такое? Взгляни. О, боже, у него получилось. Вы знакомы? Да, это Леон. Это Кеннеди, кажется. А, новенький. Не зря он мне знакомым показался. Во двор можно попасть через второй этаж, по восточной стороне. Поняла. Спасибо, Марвин. Я пошла. Так... Ага.
Так, теперь мы можем попасть вот в этот офис. С помощью ключика. Использовать. Тук-тук. А, да мы тут были. Да-да. Блин, а Марвин не знает пароль от этого сейфа? Ну и ладно. Так. Куда он сказал? Не, не сюда. Сейф. Здесь у нас проявочная. Пульт шкафчиков. Кнопочки мы не нашли. О, стоп! Это клавиша. Это клавиша... Да блин, дай мне посмотрю. Это клавиша... Слушайте, а если я беру вот эту клавишу, и я могу ее переставлять? Двойку, тройку. О, надеюсь, здесь никого не осталось. Вроде тихо. Использовать. Понятно. 102, 103 мы можем. Нож еще один достать. 208. 203. Понятно. Надо было на двоечку. Окей. Нельзя, да, ее там забрать. Давай, там еще, кстати, видел, сумка лежит. Так. Фотолаборатория. Раковина с фотолаборатории. Так. А где он сказал? На втором этаже. Библиотека. Отверстие для рукояти вентиля. Дисковый замок. Это я помню. Домкрат. Это я тоже помню. Комната ожидания. На втором этаже. А здесь еще и третий есть. Западная кладовая. А, ну да. Вот если честно, сюда неохота идти. Ну вот. А, ну да, вспомнил. Не вставай. Интересно, от Леона мне будет прок или нет? Может, тут какие-нибудь вещи нашел? Стоп, я правильно иду? Комната ожидания. Стоп, но это... Нет, я здесь уже... А, да, все правильно. Я, конечно, открыть открою, но я забыл отсортировать. Сброс сюжетных предметов. Ненужные вещи при использовании или использованные сюжетные предметы помечаются значком галочка, да? Значит, правильно. Выбросить. Эй. Выбросить. Не вернуть. Да, я видел. О-о-о. Так вот откуда сквозняк идет. Так, он тут за ней стоит? Какой-то вентиль, что ли, нужен? Слушайте, эта игра ведь не про порталы, да? Здесь исключительно такое биологическое оружие, бла-бла-бла. По-моему, нам что-то сломали.
Вот ты где. И у тебя была книжка. Не это ли? Нет. Стоп, может руку надо? Стоп, ну давай, забери. Использовать. Книжка. Объединить. И использовать. Тик-так. А этот скипетр пойдет у нас вместо домкрата? Ну, или нет? На кой черт мне скипетр? О, бабушкин сундук. Это растаможенка, да? Я так понимаю. В полицейском участке. О. Weapons Locker Keycard. Окей, я знаю, куда его применить. Где шкафчики? Статья «Красный камень». Рубин, манивший Эдуарда Черного Принца, жемчужина, которая осушила властительница Нила, бриллиант, приведший королеву к гильотине. Таких, каких только историй не складывали о драгоценностях. Этот таинственный красный камень — лишь очередной пункт в списке подобных самоцветов. Как и в случае с упомянутыми драгоценностями, мы не знаем, откуда взялся этот камень. Говорят, будто он украшал шкатулку дворянина и даже был посвящен мудрому монарху. Этой осенью окутанный легендами камень будет предоставлен на аукционе, где, конечно, соберется множество страстных энтузиастов. Но, дорогой читатель, не стоит забывать об осторожности, ведь в тени прекрасного кроется недоброе. Камень обратил многих дворян, прежде заботившихся о своих подданных, в тиранов, ничуть не лучше Калигулы. И это не сказки. Правду говорят, что именно кровь, коей облиты эти самоцветы, будоражит сердца и умы людей по всему миру. Ну вот. То я обрадовался, у меня камушек, а теперь он взял еще и страху навел. В галерее что-то есть. Сюда вентиль. Отверстие для рукояти. Я же не буду сейчас рубином это делать. Не, не буду. Фуф. Так, теперь надо посмотреть, куда шлепнулся, во-первых. Вертолет. Выход. Тук-тук. Парк какой-то. Да ну нафиг. Воу. Зашибательски. Слушай, ты жив, нет? Не, по-моему, он это... О, того. Там подушки безопасности не сработали у него. Конечно. Ой-ой. Hey! Claire? Клэр? Леон! 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 Я сейчас. Что-то произойдет, что-то произойдет, что-то произойдет. Вот. Ну да. Давай же. Леон, вечно мы встречаемся при таких вот обстоятельствах. Ты в порядке? Полицейский вертолет просто появился из ниоткуда. Да я в номер. Да, ребята, это скрип, просто не парьтесь. Я так понимаю, ключа у тебя нет? Нет, но я рада тебя видеть. Ты как, держишься? Я пока держусь. Ну и ночка выдалась, а? И не говори. Нашла своего брата? В общем-то, да. Бум. Стоит только решить, что хуже уже быть не может. Леон, тебе лучше уходить. Рад был повидаться, не волнуйся за меня. Главное, найди надежное укрытие. Пока-пока, Леон. Леон, я серьезно, они сейчас прорвутся. Пожалуйста, уходи. Мы выживем. Ты и я. Блин, да прикиньте, да? Если бы я сейчас был бы Леоном и был бы... Марвин, дело плохо. Тут повсюду зомби. Марвин? Марвин, ты там?
Черт, уже не смешно. Так, дайте угадаю. Это кусачки, которые мы перерезаем. Цепочки. Патроны. Я могу еще поставить? Я бы вас пристрелил бы, если бы не был бы так занят. Знакомое место, да-да-да. Блин, не успел. Вот как-то так. Так. Там у нас половинка тела. А здесь у нас тогда бегало... два зомбика. Или нет? Вставать будем? Так, давайте я пробегу, а потом уже посмотрим. Да кто там? Где ты вообще? Так, здесь у нас должна быть вообще просто голова разбитая. Ну-ка, подойди поближе. А, не могу, да? Слушай, может, ты мне дверь откроешь? Хотя как же, дождешься от тебя. Стоп, а это? Нет, нельзя. Ладно, давай откроем. Использовать. Где, 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 где? Использовать. Отдохни. Так, это, я так понимаю, световая граната. Выберите на экранке снаряжение, глушает, ошеломляет врагов. В зоне поражения. На изготовку бросить. А у тебя что? Патроны. Так это же не проломится, так ведь? Да, он застрянет. Да чтоб тебе! Сейчас ты надолго? Так, это у нас предохранитель. О. Может, не надо было этого делать? Вентиль. А это? Высококачественный порох. Белый. Ребят, у меня места нету. Что ты? Ты порох. Блин, если я брошу, то я навсегда, да? Объединить? Нет. Объединить? Нет. Нет. Выбросить это навсегда, да? Да, на пол. Почему я не могу на пол бросить? Что это за... Блин. Блин, блинский. Не ори там. Так, у тебя голова цкидыщ? Да, у тебя голова цкидыщ. Главное, самое интересное, что... Ладно. Так. Нет места. А вот взял бы я сумочку бы сейчас. Или там 203. Там, наверное, 203 было. Ладно.
Тогда делаем как? Извиняй. Стоп. Да, извиняй. Да. Что рассказывать? Что здесь произошло? Так, сейчас только я один момент. Ножик. Нет, ну хранить. Карточка. Хранить. Карточку мы заюзаем. Ну, ладно, давай, расскажи мне, что тут. Надеюсь, мне сейчас... Стоп, его нету. А, вот он. Okay. Так, нужно поторопиться. В смысле? В смысле поторопиться? Ну, то есть, ему просто плохо, он не отвечает, так? Его не сожрали, его не утащили. Так, давайте тут доберем все. Ну, вот вентиль, например. Круглая ручка. Высококачественный порох. Да не ори ты. И просто порох. Чекаем. А, там еще вон растение. Ну, блин, у меня растение уже не влазит. Так. Надеюсь, здесь места еще есть. Хранить. Да. Фу. Он увеличивается. Карточка. Карточку мы юзаем. Здесь в ящиках. Ну, он уже такой спокойно бегает, думаю, что в это по-любому не встанет. Там кто-то еще хрипел. Ты встанешь? Weapon. 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 Так. Карточка. Использовать. Ага. Бумбастик. ГМ-79. Снаряд гранатомета бывает с зажигательными и кислотными. Смена боеприпасов. Окей. Это зажигательные боеприпасы для гранатомета. Он однозарядный. Так. Ага, ага. Печатная машинка, раковина, коробка. Западный офис. А, здесь сейф. Почему в этом коридоре показывается, что я не все обобрал? Может, все дело вот в этом закоулочке? Та-да! Да! Это вам не хухры-мухры, это логика. Ай, как же сейчас опозорился. Запертая дверь. Дверь с цепями. Дверь с цепями мы можем пройти. Через вот эту. И поглядеть. Что там? Так, только давайте скинем сейчас опять. Как она... Нет, я вовсе не смотрю, как она виляет. Так. А объединить можешь вот с этим? Во. Почему сразу так не сделал?
Нож. Скипетр пока не знаю куда. С цепями. Вентиль. Вентиль это у нас вот в эту, так ведь? На втором этаже. Вот он. Отверстие для рукояти. Так, пока мы туда не идем, так что пока полежи здесь. А мы сходим за цепочкой. Это еще что за нахрен? Вы там это... Потише. Так, блин. Замечательно. У меня досок не осталось, да? Давай, выходи. Я прицелился. Матрицу, матрицу показывает. Я потом заберу. Отдай мой нож. Так, а где дверь-то цепями? Запертая дверь с цепями. Отдохни. О, еще. Блин, надо, короче, сваливать отсюда. Да, про тебя я помню. Ай-яй-яй. Первое правило. Стреляй. Второе правило. Не можешь стрелять, беги. Ребят, я вас предупреждаю. Будете заходить, будете получать. Отлично. Это же просто супер. Здесь еще одна. Там улок. Ну, по крайней мере, мы можем так выйти. Там окошко, конечно, бы запилить бы лучше. Устройство. О, для детонатора. Да, для детонатора. Так, пока что я... Немного занят. Так. Квест-офис. Еще была бы возможность двери заколачивать. Так. Ты. Хранить. Что еще хранить? Ну, типа все открыл, да? Возможные варианты. Окей. Так, я думаю, надо бы сохраниться. А то... Ах. Да не может быть, чтобы они уже прорвались до сюда. Гляньте, а я это почему-то не замечал. Welcome, Леон. Леон С. Кеннеди. Так, давайте... Вот, смотрю, уже время как раз подошло. Давайте на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.